Рассуждать о других странах в уничижительном порядке – это попытка доказать свою исключительность. Так Владимир Путин отреагировал на недавнее высказывание Барака Обамы. Он назвал Россию региональной державой. Каждый человек, тем более президент Соединенных Штатов, он имеет право иметь собственное мнение о ком бы то ни было, о своих партнерах, о других странах. Это его мнение, так же, как и его мнение, мне известно о том, что американская нация, Соединенные Штаты являются исключительными. Я не согласен ни с тем, ни с другим. Если говорить о России как о региональной державе, то сначала нужно определиться, о каком регионе идет речь. Надо посмотреть на карту и сказать, это какая, европейская часть или восточная часть, где у нас соседними являются Япония и Соединенные Штаты, если иметь в виду Аляску и Китай. Это азиатская часть или это, скажем, южная часть? Или посмотреть на север. А у нас на севере, по сути, у нас мы граничим с Канадой через Ледовитый океан. Или на юге. Где, о каком регионе идет речь? Я думаю, что рассуждение о других странах, попытка рассуждения о других странах в уничижительном порядке – это обратная сторона доказать свою исключительность. Мне кажется, что это ошибочная позиция. Путин заявил это, отвечая на вопросы журналистов популярной немецкой газеты «Бильд». В ходе беседы был затронут и вопрос об отношениях России с блоком НАТО. После инцидента с Су-24, который сбили турецкие ВВС, эти отношения значительно ухудшились, поскольку Турция входит в Североатлантический альянс.